Для благоустройства дождь оказался не помехой. Первый субботник на месте будущего сквера имени Хваткова объединил сотню жителей Лугового. В ближайшем будущем здесь создадут зону отдыха. Сейчас главное – убрать старые засохшие деревья и разработать план по озеленению. Посмотрев утром в окно и увидев, что идет дождь, ну, спасибо интернету, значит, бросила клич. Дорогие луговчане, погода подкачала, но вы не подведите. И вы видите, что они не подвели. У нас самые классные жители. Здесь появилась новая детская площадка. Отремонтировали сцену и лавочки, начали асфальтировать тротуар. Благоустройство в Луговом идет быстрыми темпами. А главное, уже в следующем году приступят к капитальному ремонту нескольких домов. Благодаря активности жителей, благодаря активности ТОС, в следующем году у нас начнется реконструкция домов на улице Молодежной. То есть она должна была быть через 2 года, но мы добились, что она будет в 2020 году. То есть у нас село обновляется. Обновили и школьный фасад. С недавнего времени у учеников появилась возможность заниматься в любимых спортивных секциях и кружках, не покидая родного села. На базе образовательного учреждения открыли филиал Центра детского творчества. В следующем году построят и пищеблок. До 15 декабря этого года должно быть проект завершен, с экспертизы сделан в этом плане, для того, чтобы выйти на торги и в 2020 году приступить к строительству данного пищеблока, как задачу вы и ставили. Уже через несколько лет Луговое может стать новым полноценным микрорайоном Ульяновска. Населенный пункт активно разрастается. Рядом вырастает поселок, где выделены земли под жилищное строительство многодетным. Принято решение о строительстве своего детского сада и школы. Учебные заведения появятся здесь уже к 2024-му. Растет численность населения, увеличивается и потребность в объектах здравоохранения. Уже не ФАП должен быть, а поликлиник. Там поликлиника. И тогда нам надо тоже понимать, где поликлинику строить, насколько мест поликлиник, сколько она теперь нам будет стоить. Нам надо уже заранее, так сказать, предусмотреть место для дома, для врача, для там, медсестры, там, для кого-то еще. Потому что просто так тоже никто не поедет. А уж в Луговой 300% поедут, как только, скажем, то, что у нас здесь дом для них будет построен. Потому что они в 20 минутах от центра города. Село на карте. Сегодня Луговое – активно развивающаяся часть Ульяновска. Населенный пункт в непосредственной близости от регионального центра, где есть возможность отдохнуть от городской суеты. Екатерина Терещенкова, Константин Никитин, репортер 73.